Да, всем привет! Сегодня я вам покажу на примере этого видео, вы посмотрите и откроете для себя, ну, многие ответы, да, как проверить генератор, как проверить неисправность, выяснить неисправность вашего генератора на автомобиле, да, и покажу еще такой небольшой примерчик по проверке обмотки генератора, схожей с мотоциклетной. Ну и так, ребята, погнали! В общем, у меня сегодня маленькое пополнение в гараже, в общем, скутер, его надо будет починить до лета, ну, короче, погнали, ближе к делу, пацаны. Итак, друзья, погнали. В общем, что у нас имеется, что представляет сам генератор? Это передняя крышка, шкив, задняя крышка, обмотка, якорь, диодный мост. Какие составляющие должны быть исправны? Диодный мост, якорь, обмотка, конденсатор. Они должны быть исправны. Подшипники у вас могут люфтить чуть-чуть, но это не так важно. Он у вас будет работать. Самое главное, чтобы он выдавал вам ток. Ну и, соответственно, перед переборкой генератора нужно либо поменять подшипники, либо они у вас хорошие, без люфта, их обновить, смазку промыть. В общем, что, как, в принципе, я и сделал. Генератор у меня практически новый. Так, дальше что? Берем мультиметр, ставим вот такое вот положение. Вот сюда вот на диодик, да? Вот сюда вот. Потом берем диодный мост. Сюда вот. Раз. Потом проверяем. Это мы сейчас, получается, ребят, проверяем положительные диоды. Да, вот сейчас покажу. Диоды есть отрицательные. Вот они. Раз, два, три отрицательных диода. Почему они отрицательные? Потому что они, вот эти вот нижние пластины, нижняя шина, прикручиваются вот сюда, вот на корпус, да, вот на корпус. Вот так вот она. Прикручивается. Соответственно, вот эта вот часть шины, вообще вот этой вот самой пластины, докасается корпуса массы. Значит, она отрицательная. А положительная часть, это вот эта вот верхняя шина. Сюда вот идет вот такой болтик, и он выходит уже вот отсюда. Ну и туда прикручен плюсовой провод. Так, сейчас в данном случае мы, ребят, проверим положительные диоды, да? Для этого мы цепляем провод и проверяем. Смотрим на сопротивление. Так, сейчас поближе преподнесу. 563 исправный. 560 исправный диод. 558 исправный диод. Также давайте заодно проверим их на пробитие. Это мы переставляем сюда, вот на прозвон. Берем проводочек. Показания те же самые. То есть у нас не пищит. Если бы у нас было пробитие, у нас был бы вот такой вот звук, да? А здесь, в этом режиме, вот, у нас такого звука нету. Видим, да? У нас просто циферки. Такого звука нет. Поэтому проверяем в двух положениях. Так, это мы проверили. Потом дальше берем этот провод, цепляем вот сюда вот уже. Так, ставим на сопротивление. И также, вернее, вот сюда вот. Ошибся я, ребят. И также проверяем другие диоды, уже отрицательные. 539 исправен. 549 исправен. 540 исправен. Ребят, маленькая тонкость, перед проверкой лучше разогреть диодный мост, ну, градусов 50-60, вот. И очень важная такая тема, что диодный мост у вас должен быть абсолютно чистый. Вот, вот здесь вот никаких окислов, ну, никакого окисления. Он должен быть у вас чистый-чистый. И также мы забыли проверить на пробитие, да? Давайте, ребят, проверим. Ой, поменяем. Вот. Звука нет. Исправен. 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 Все. Диодный мост у нас исправен. Все. Убираем. Далее у нас идет якорь. Якорь мы проверяем в режиме прозвона. В общем, один провод мы цепляем вот сюда. Вот. Ну, сейчас давайте я телефон положу удобненько.
накидываем на дорожки замыкание, то есть все прозванивается. Обмотка вот эта вот вся, она целая. И теперь, ребята, проверяем на замыкание на массу. Либо можно на подшипник, либо на сам корпус. Вот. Либо на сам корпус, либо вот на якорь. Да, вот. Давайте вот на сам корпус. Видим, замыкания нету. Все, исправим. Якорь у нас исправен. Ну, повторяю еще раз, накинули сюда и проверяете замыкание. Это между собой обмотка должна прозваниваться. Все, якорь исправен. Далее проверяем обмотку. Вот эта обмотка схожая с мотоциклетной. Принцип один и тот же. Три фазы. Они, ребята, не должны пробивать на массу. Ставим режим прозвона. Вот на звук. И один провод цепляем на сам корпус. Это вот сюда вот. И вот так вот проверяем. Каждый проводочек. Раз. Два. И верхний. Вот. Три. Все. И проверяем между собой. Между собой они должны прозваниваться. Все три, смотрите, ребят, между собой. Они должны прозваниваться. Потом вот так вот. Ну и все, в принципе. Все у нас исправно. Обмотка у нас исправная полностью. В общем, три компонента у нас исправные. Далее, четвертый компонент. Это конденсатор. Так. Плюсовой провод закрепили вот сюда вот. Минусовой провод закрепили вот сюда вот. Ребят. И, в общем-то, мы его пролистываем, да, вот. Мультиметр. Так, по-моему, вот в этом положении он у нас падает напряжение. В общем, вот здесь у нас напряжение набирает. Вот здесь вот. А вот здесь вот оно у нас падает. Видим. 14 там. Вот можно более поточнее. 0,4. Сейчас 0,03 будет. 0,02 будет. 0,01 будет. Это говорит о том, ну, если вы просто не разбираетесь в мультиметре, можете прокрутить его по часовой, да, и остановиться на вот этих показаниях. Вот где 200, там более как бы, ну, почетче. Почетче, где 200. Все. Конденсатор у нас исправен, ребят. Выключаем мультиметр. Вот такие вот, ребята, проверки должен знать каждый автомобилист, да. И что немаловажное, это, ребят, при сборке очистить все контакты очень хорошо. Очистить их нужно, если вот здесь вот распаялось, подпаять. Можно отполировать вот вообще вот как бы вот эти вот контактные кольца, да? Можно их отполировать. Потом диодный мост тоже нужно почистить, как я уже повторяюсь. Все хорошенько почистить. Вот чтобы окислы, главное, не были вот центр диодного моста до массы. Бывает так, когда прям зелененькая окислена, у нас уже будет ток проводить, сопротивление будет больше. И, в принципе, остается, ребят, проверить это реле-регулятор. К сожалению, у меня здесь его нету. Давайте, наверное, это я проверю в следующем видео. Ребят, переходите в следующее видео, и я там проверю реле-регулятор. Ну и все, ребят, я думаю, вы поняли, ставьте пальцы вверх, если это видео оказалось вам полезным. Ну а я что? А я поехал на скутере кататься. Сейчас мы его заведем.